Севастопольское вино признано лучшим в рамках международного конкурса винодельческой продукции «Ялта Золотой Грифон 2015». В номинации «Вино сухое, красное, выдержанное» главный приз конкурса «Кубок Гран-при» завоевала марка «Каберне Инкерман» от инкерманского завода марочных вин. Кроме того, представленные предприятием 7 наименований винной продукции получили золотые медали. Качество продукции действительно повысилось. Мы предприняли очень серьезные меры по повышению дисциплины производственной, по выбору более правильных технологических решений при выпуске того или другого вина. Отличились и другие севастопольские предприятия. Например, «Золотая балка» представила на конкурс новую линейку так называемых «жемчужных вин». Члены жюри отметили эту продукцию 2 золотыми медалями. Севастопольский винный завод также не уехал без наград. 5 представленных наименований были отмечены золотыми и серебряными медалями. Напомним, 7 июля в Национальном научно-исследовательском институте винограда и вина Магарач стартовал ежегодный конкурс винодельческой продукции. В юбилейном 35-м по счету состязании виноделов участвовали представители 6 стран. Свою продукцию представили виноделы России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Узбекистана, а также Приднестровской Молдавской Республики. Всего более 160 наименований вин и крепких напитков было представлено на суд жюри.